Мы договорились создать здесь центр, Шереметьев-центр, который действительно, Петр Петрович сказал, уже 5 создали, 6-й год у нас. Это будет, я думаю, грандиозно. Всякой помпезности, но Петр Петрович четко и ясно сказал, он патриот. А патриотизм всегда мы поддерживали и будем поддерживать. Я всегда радуюсь, когда есть такая задача интересная, которая может привести наше население и наши семьи, наши дети в такие места, где будут они получать и образование, и получать образование патриотичное. Делайте все для того, чтобы мы были ближе друг к другу, понимали друг друга. Хорошо сказали. Это самое важное слово в нашей стране на сегодняшний день. Быть патриотом. Я себя чувствую как настоящим патриотом.